Здравствуйте! Приветствую вас на моем канале. Сегодня вы узнаете, почему вы набираете в весе без видимых причин, почему часто болеете, почему постоянно устаете и многое другое. В большинстве случаев причина кроется в банальном недостатке витамина D. Все те, кто имеют детей, знают, что детям, особенно рожденным в осенний и зимний период, назначают применение витамина D. И объясняется его прием просто, чтобы не было рахита. Но о том, какие страшные последствия несет недостаток этого витамина, многие из вас просто не догадываются. Итак, 11 признаков и следствий содержания низкого уровня витамина D в вашем организме, которые многие из вас игнорируют или просто не знают. Первое. Постоянное беспокойство и депрессия. Исследования показали, что люди с низким уровнем витамина D склонны к депрессии и постоянно имеют плохое настроение. Второе. Боль в мышцах. Зачастую трудно точно определить причины боли в мышцах. Есть доказательства того, что нехватка витамина D может быть потенциальной причиной такой боли у детей и взрослых. Было выяснено, что 71% людей с хроническими болями в мышцах имели дефицит витамина D. То же самое относится к синдрому хронической боли тела. Люди, страдающие хронической болью без видимых причин, также испытывают недостаток витамина D. Третье. Длительно незаживающие раны. Медленное заживление ран после операций или травм может быть признаком недостаточного количества витамина D. По результатам опытов было доказано, что витамин D улучшает выработку компонентов, имеющих ключевое значение в формировании новой кожи, как части процесса заживления. Также ученые выяснили, что витамин D играет ключевую роль в контроле за воспалительными процессами и в борьбе с инфекциями, что также важно для выздоровления. Четвертое. Усталость и сонливость. Чувство усталости и сонливости имеет множество причин. Одна из них – недостаток витамина D. К сожалению, такую потенциальную причину часто упускают из виду. Исследования данного вопроса показали, что низкий уровень витамина D может приводить к чувству усталости и постоянной сонливости, которые негативно влияют на качество жизни. Во время исследований был установлен тот факт, что люди, страдающие хронической утомляемостью, имели низкие показатели витамина D в организме. Как только они начинали принимать препараты, повышающие концентрацию витамина D в организме, ситуация намного улучшилась, и утомляемость, и неконтролируемая сонливость практически прошли. Пятое. Повышенное кровяное давление. Витамин D помогает поддерживать здоровье сердца, стимулируя кровообращение. Когда есть недостаток витамина D, кровяное давление имеет тенденцию к увеличению. Шестое. Внезапные колебания настроения. Витамин D влияет на продуцирование серотонина. Серотонин отвечает за поддержание сбалансированности нашего психоэмоционального состояния. Седьмое. Снижение сопротивления у спортсменов. Все упомянутые здесь изменения очень сильно влияют на жизнь спортсменов, которые испытывают сильную потерю своей энергии. Это связано с тем, что недостаток витамина D не только снижает уровень энергии, но и ослабляет мышцы. Восьмое. Ожирение. Если у вас избыточный вес, вам для своего организма нужно больше витамина D. Многочисленные научные исследования показывают, что витамин D помогает клеткам реагировать на инсулин, гормон, секретируемый из вашей поджелудочной железы. Инсулин, в свою очередь, помогает глюкозе попадать в клетки, а те, в свою очередь, сжигают глюкозу для получения энергии. Чувствительность к инсулину – это то, насколько хорошо инсулин поставляет глюкозу в клетки. Чем более чувствительны ваши клетки к инсулину, тем лучше. Чем менее они чувствительны к инсулину, тем больше вероятность того, что калории, которые вы употребили, превратятся в жировые отложения, они пойдут на производство энергии. Поэтому те, у кого есть лишние килограммы, нуждаются в витамине D, так как он заставит клетки преобразовывать жир в энергию. Кроме того, когда организму не хватает витамина D, возрастает
повышает уровень паратиреоидного гормона. Повышение нормы этого гормона вызывает ряд реакций, в результате которых вместо энергии образуются жировые клетки. Эти клетки преобразовывают сахар в жир и копят его, они способствуют его сжиганию на выработку энергии. 9. Если вы страдаете от неконтролируемого аппетита или от переедания, то в вашем организме недостаточно витамина D. Как показывают исследования, недостаток витамина D влияет на лептин, гормон, который сигнализирует мозгу о сытости. Без него ваш организм не знает, когда он сыт, поэтому вы съедаете больше, чем нужно. 10. Если у вас частые переломы или же при помощи рентгеновского снимка и ряда анализов врачи обнаружили заболевания костей, такие как коксартроз, остеопороз, артроз, тогда обязательно нужно пройти исследование организма на уровень и наличие витамина D. Низкая минеральная плотность костей – это показатель того, что кальций и другие минералы покидают ткани. При недостатке витамина D кальций из продуктов в кишечнике просто не усваивается. Поэтому и происходят заболевания костной системы. И хоть пейте кальций пачками, хоть ешьте творог килограммами, кальций не усваивается, и все. Теперь, я думаю, вам понятно, почему витамины, содержащие кальций, идут с витамином D. Также недостаток витамина D является причиной проблем, связанных с ротовой полостью. Частое появление гингивита, кровотечение во рту, нарастание камня на зубах и ослабление и выпадение зубов могут указывать на низкий уровень витамина D. 11. Если вы стали часто болеть, особенно простудой, то возможно дело в низком уровне витамина D. Несколько больших наблюдений выявили связь между дефицитом витамина D и частыми инфекциями верхних дыхательных путей, вроде простуды, бронхита и пневмонии. Одна из ключевых ролей витамина D заключается в поддержании иммунной системы. Он поддерживает ее сильной настолько, чтобы она была способна бороться с вирусами и бактериями, вызывающими болезни. Витамин D напрямую взаимодействует с клетками, отвечающими за борьбу с заражением. Ряд исследований обнаружили, что ежедневное потребление добавок с данным витамином снижает риск респираторных заболеваний. Также стоит отметить, что дефицит витамина D способствует развитию распространенных видов рака, таких как рак предстательной железы, рак кишечника, рак толстой кишки, рак молочной железы, а также диабета первого типа, ревматоидного артрита и рассеянного склероза. Из всего вышесказанного делаем вывод, что при следующей сдаче анализов не лишним будет пройти исследование на уровень витамина D в вашем организме. Ну а на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обновлений. Добавляйте это видео в плейлисты и делитесь в соцсетях. До следующих встреч. Пока!